哎呦，红灯怎么还走呢？리필을 할 수 있다는 얘기도 있습니다. 그렇기 때문에 이 카드에 있는 금액을 다 썼다고.
На улице Стартовой в Московском районе. Помимо гостиницы, там возведут торгово-деловой центр и паркинг. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 миллиард рублей. Бизнес и власть. В Ленобласти предоставят отсрочку предпринимателям, которые получили субсидии в прошлом году. With the lunch break only a matter of 23 minutes away. Now Australia's gone down at... Oh, Jesus! But inside 10 minutes of the lunch break, if the last wicket falls, lunch would be taken immediately.